Так, сейчас проверю, как камера ночью снимает. В общем, история такая. Там в метрах 500 от меня стоят штук, наверное, 30 яхт. Тоже как, ну, не брошенные, также на камне. Здесь бетонная плита залита, огромная цепь, да, и моя яхта стоит бесплатно. Эти вот город. Вроде так снимать нормально. Вот по соседству яхта есть, куча лодок там. Возле берега. Это килевая по соседству, а там такие, без киля. А там прям большие яхты стоят. А там более такое место людное, там порт. С Ламанги ходит паром. Значит, лайфхак такой. Знаете русскую пословицу, береженного Бог бережет. Вот я купил солнечные панели. Вот такие, 10 на 10 это. И вставил их в окна. И ночью яхта выглядит вполне обитаемой. Значит, я проводил испытания. Вот эти два я снял пока. Они стояли на тех окнах, с той стороны. Значит, сторона, которая была солнечная, держит свет до 3 часов ночи. Сейчас темнеет 6, сейчас только 6 вечера. Видите, уже начало ноября. И уже так рано темнеет. Ну и светает зато, соответственно, в 7 утра уже светло. Вот. Пока меня не будет, пока я буду на работе, они будут в окнах стоять. А потом я их тоже оставлю. Я решил их вот прикрепить вот сюда на вытяжку воздушную, как дополнительные огни ночью. Очень классно светят. В магазине по скидкам с Amazon купил за 15 евро. 4 штуки комплект был. Эти, с каждой стороны по 3 диода. Вот. Такой я хитрый. Вот самолеты где-то летит. Тут у нас аэропорт или аэродром военный. И они тут с утра до вечера тренируются. Закончились выходные, они сейчас прям усилились в своих учебных маневрах. Короче, со мной история приключилась занимательная. Вот я стою в трусах в воде, моя лодка, меня тут ветром снесло. Вон там меня ветром снесло, мне надо было туда пешком идти. Тут вот испанец меня попросил его подвести к катеру. Катер сорвало с этого, вот с этого, как его, боя. Забыл, как по-русски называется, короче. Но у него в том проблема, что у него мотор не подвесной, а стационарный. И он у него сейчас на винте сидит, и не можем мы его сдвинуть. Он там двигатель ковыряется, не заводится. Аккумулятор у него сел, мотор не заводится. Я его держу. Короче, я тут уже немножко замерз. Хер знает, что с ним делать. У меня автобус скоро. Чуть телефон за него не утопил. Вот я прыгнул с лодки. Телефон у меня в кармане был. Слава богу, там чуть-чуть еще бы я без телефона остался. Вон он там ковыряется в моторе, что-то. Вон жопа его трещит. Короче, решил он завязаться в другую лодку. Ну вот, я только что мужику помог катер, блин, спасти и замерз. Конкретно вода, ну как, вода теплая, но все равно ветер такой сильный. Я только что оделся. Он меня никак не отблагодарил. Просто сказал спасибо и уехал на велике. Блин, честно говоря, вообще таких же мотов еще не встречал в жизни. Но это исключение, думаю. Не будем говорить, что это там испанцы такие, нет. Это просто исключение, просто какое-то мудило. Ну ладно. Хорошие дела всегда возвращаются. Вон там две точки. Это вот окна моей яхты. Там стоят эти фонари, солнечные панели. Я их поставил и снутри, да, на иллюминаторе приклеил. И отсюда полное впечатление, что там в яхте кто-то есть, кто-то живет. У тех, которые стоят на муринге, у всех других там штук 30 стоит, такого нету. Значит, это я догадался, походу. Ха-ха. Фига я мозг. Вот. Так что, чуваки, пользуйтесь. Называется автономный охранник для супер яхты. Лайчик мне.